Спасатели проверяют частные детские сады. За работой рейда наблюдал Юрий Осипов. Проверка прошла в частном детском саду «Жемчужина». Спасатели внимательно осмотрели все помещения детского учреждения и ознакомились с документами организации. Данный детский сад посещает около 20 детей в возрасте от 1,5 до 4 лет. Они находятся здесь полный день с 9 утра и до 8 вечера. И таких детских садов в столице республики функционирует порядка 38. По словам специалистов, в большинстве они работают в жилых квартирах, чаще всего на первых этажах. При малой наполняемости предъявляются требования, как обычным жилым квартирам. Но при наполняемости детских садов более чем на 10 детей к ним предъявляются те же требования, что и обычным детским учреждениям. По пожарной безопасности мы стараемся все правила соблюдать. Огнетушители у нас куплены, инструктаж персонала проводится в обязательном порядке, журнал ведется, заключен договор на эвакуацию в случае чрезвычайной ситуации с ближайшим учреждением. Проведенная проверка выявила отсутствие в детском саду дополнительного эвакуационного выхода и автоматической пожарной безопасности. По этому поводу были написаны соответствующие документы. Администрация детского сада пообещала устранить недочеты. Но кто гарантирует исправление в других учреждениях? Юрий Осипов, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.